Так, ну что ж, дорогие друзья, приступаем мы к игровым ландшафтам, да? То, что объявлено, то, что обещано, надо выполнять. Итак, первое, вот она наша консоль. Что мы сделаем? Консоль, консоль. Вот она, консоль. И мы сейчас возьмем сюда, поставим play. И начнем его раздвигать из вот так по ширине. А теперь по высоте S. Это Y. Да? Вот так. Чуть-чуть еще. Это так. Вот так. И теперь сделаем следующее. Скажем, F, да? Вот. Нет, F-то он само собой заполнен. Мы скажем Е. Начнем его вытаскивать чуть-чуть вот сюда. Вот тут будет у нас наш этот. Вот так. Остальное мы скроем пока что. Так, возьмем объект. Остальное скроем. И вот у нас вот этот кусочек мы должны превратить в ландшафт. Но, ребята, нам надо с вами какой-то объект, который бы позволил нам масштабно как-то ориентироваться. Поэтому предлагаю в этом случае захватить сюда. Так, давайте эту камеру уничтожим. Не нужна она нам. Так. То есть вот этот у нас. Это ландшафт. Так, вот он. Так, как-то должно тут регулироваться, что вот она, я чувствую, сейчас по этим я вот коллекцию возьму еще сейчас, еще одну новую коллекцию. Так, вот она коллекция, да, и перетащу это вот сюда, в эту коллекцию. А фига, она не перешла сюда. А нет, перешла, все нормально. Сейчас, секунду. Вот он, да, у нас тоже, скажем, Юрасик. Юрасик Парк. Вот такая у нас будет коллекция. Юрасик Парк. И сейчас мы вот эту коллекцию отключим. Она нам вообще не нужна. И вот начнем отсюда. То есть я предлагаю сюда загрузить какую-нибудь машинку пока. Ну, допустим, вот. Это у нас должен быть джипчик. Мы делали с вами джип. Простенький, такой деревянненький, но он нам пойдет. Вот этот. Так, объект. Я такой, ребята, что взял бы и сказал объект. Пурум-пурум-пурум-пурум. Джейн. Нет? Туда назад. Так. Оставим его. Одного. Вот. И теперь мы выделим и скажем Ctrl-J. Нет, активный объект не относится к выделенным мешам. Здравствуйте. Почему это он не относится вдруг? И вот так он не сделает, да? Нет. Ладно. Какой-то объект не относится. Может, вот этот объект не относится. А эти все относятся. Не хочет.
что-то. Ну, не хочет работать, да? Ну и ладно. Мне интересно, почему. Сейчас я попробую, ребята, выяснить, в чем дело, потому что я подозреваю, что незаконченный у нас этот объект, у него play, вон, смотрите, сколько этих, которых нужно сказать, что да, мы согласны с этим, да, все прекрасно в этом мире. Так. Все прекрасно и все замечательно, так? Все, теперь все здесь. Выделяем и говорим объект join. Все, вот. В этом было дело. Это будет джип у нас, хорошо. Далее мы можем нажать опять пробел этот, взять этот джипчик. Поднять его назад, так, развернуть rotation по оси Z на 180, да? Так, 180, и опускаем. Смотрим тебе пропорционально сверху. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Уменьшаем S. Ну вот от этого будет зависеть наш ландшафт. То есть, если машинка будет такая маленькая, Z, так, стоять она будет возле ворот, да? Чуть побольше. И двинем ее по игреку. Вот тут она будет почти в самом начале стоять. Тут будут ворота, а там будет, тут дорога должна быть. G. Да нет, ничего из этого. Поднимем. Вот так. И смотрим, как это будет выглядеть. Пальмы, допустим, вот этот объект. Вот здесь будет ворота быть, да? Грубо мы можем, конечно, их тоже поставить для... Я сейчас возьму куб. И... Подниму его, естественно, назад. Мы посмотрим теперь. S по Y уменьшим. Допустим, представим, что это вот ворота. Так. Где-то они будут так посередине находиться. И вот мы видим, что G половатенькие. Теперь мы его... С самого начала надо как-то пропорции соблюсти, правда? Это сложно, если вы не знаете с самого начала, какие пропорции. Что я не был в Jurassic Park, вы были? Я вот нет. Ну вот так, допустим. Но они как бы более величественные, эти ворота. То я поэтому S по Z увеличим. Вот так. Вот так. Да? А этот надо поднять. Подняли. Угу. И посмотрим примерно. Так. Я не знаю, как можно сделать так, чтобы здесь был бифлайер. Чтобы у меня была подсказка вот тут. Как это сделать, чтобы она была вот тут. Подожди, да. А может быть вот это сделать здесь image editor вот тут, да? Вот так. И вот сюда загрузить картинку. Сейчас, секунду, наверное, вот так сделаем сейчас, чтобы было видно, что мы делаем.
Это на десктопе у меня были подходящие картинки. Типа вот этого или вот этого. Так, какую мы с вами возьмем? Так, я думаю, что мы возьмем вот эту. И мы видим теперь примерное соответствие. Окей. То есть это нормально. Так будет нормально все. И поэтому мы после того, что мы определили, что это все замечательно, хорошо, давайте сделаем наметку на Ctrl-R. Но это надо идти вот сюда. Здесь Ctrl-R. Допустим, вот так. И немножко сжать по оси X. Не-не-не-не. Сжать, я сказал, по оси X. Да, мама моя родная. Что ж такое вредное? Ctrl-R, 2, и сжимаем по оси X. Ну так где-то, да? Вот такая дорога будет. Так, хорошо, вот такая дорога будет. И мы сейчас сделаем еще Ctrl-R, 2. Разожмем их теперь по оси X. Вот так. Хорошо. И теперь вот эту часть. Вот эту часть. Мы немножечко ее опустим. Этот G по Z. То есть вот так сделаем так, эдакий бордюрчик сейчас. Вот так. Отлично. Ну и вот такая заготовка. Далее мы можем ворота строить. Следующие уже ворота построим. Или займемся вот этим ландшафтом. Угу. Хорошо. На этом пока останавливаемся.